Так, внимание всем, интернет, с вами я, Наиль Порошин. Вот приехал ко мне товарищ, как у вас машина-то? Ода? Ода, да. Ишь, Ода. Вот приехал товарищ, Наиль говорит, ну дергается, ну хоть ты треснил. То да все, вот он сам хозяин, полюбуйтесь на него, какой он красавец. Я еще спросил, говорю, можно вас снять? Снимай, говорит, Наиль, валяй, а ты знай. Так, смотрим сюда все, мужики. У него обычный карбюратор стоял. Вернее, когда-то стоял карбюратор с ЭПХХ. А теперь он переставил карбюратор 720. Вот я вам сейчас его сниму, покажу. Смотрите, вон видите, 720. Сейчас я вам покажу. Вон видите, клапан магнитный. Так, мужики, жалобы на то, что карбюратор дергается на переходных режимах. Идите, как, вас как звать? Петр. Петь, садитесь за руль. Сейчас я вам всем покажу, мужики. Это называется рубрика «Антиремонт». Вы любите очень антиремонт. Очень любите. Все прям кипятком писите от антиремонта. Давайте, заводите машину. Так, смотрим. Вот все бы, казалось бы, ничего. Все нормально. Но я сейчас начинаю поднимать обороты. Вась, давай это... Как вас звать-то? Петь! Сами поднимайте оборот, я не могу одной рукой. Поднимайте. Хоп, упали. Хоп, упали. Хоп, упали. Хоп, поднялись, упали. Хоп, упали. Достаточно. Петь, иди сюда. Сюда идите, пожалуйста. Теперь смотрите, что мы сделаем с вами. Снимайте под этот провод, вот этот рыжий. Вы знаете, мужики, помните... Все сделано через одно место. Вот на «Жигулях» только рыжим проводом запитывать. Они могли бы тоже так сделать, ижевцы. Ну, там, видать, безмозглые мужики сидят. Ну, сделайте вы тоже рыжий провод, постоянный плюс. А вот этот провод синий, он... Так, вот он, да. Он идет с этого... с ЭПХХ. Ну, с черного блочка, вон, который у него стоит. Который отрубает... на режиме до 1900 или там 1900, по-моему, 1200, отрубает питание, он получает ну все же через жопу сделано. Так вот, идите, пожалуйста, садитесь и снова так же делайте. Смотри, YouTube, внимательно, интернет, смотрим. Газуйте. Бляха-муха, ничего не происходит. Все прекрасно. Спору нет. Ну, давайте. Пробуйте. Так, все. Вопрос исчерпан. Ну, это уже другая тема. Там уже у него с проводами что-то там и так далее, Так, ладно. Так, нажмите газ, нажмите, держите. Вот я снова перемкнул. Теперь поднимайте обороты. Поднимайте. О, падают, падают. Так, и так, иди сюда, выключать машину, все, иди сюда. Петя, в камеру смотрим. Петь, вы поняли, в чем дело? Понял. Сюда встаньте. Понял. Значит, мужики, я еще раз напоминаю. На системе экономайзера принудительного холостого хода есть два провода, которые ставятся на микропереключатель. Один провод идет, у них постоянный плюс, а второй тоже плюс, но он идет сигнал от ЭПХХ. Который выключает. Вот если вы, я почему говорю на «Жигулях» рыжим проводом. И здесь тоже бы, казалось бы, рыжим проводом. А он рыжий-то совсем не рыжий. Совсем и на другую тему рассчитан. Горе этим конструкторам, кто так придумал. А может быть, кстати, может, ничего там не перепаивали, ничего? Нет. Все, ладно. Нет. Петь, значит, все, решили вопрос. Значит, машина дергаться не будет.
А ведь я мог бы его сейчас насадить по полной программе. Вот за это, что, что я вот показал, сколько, значит, как и что, я провода только перепутал, поменял. Я с этого Васи, с этого красавца возьму 100 рублей. Вась, нормально? Нормально. Это знание, брат, мои стоит 100 рублей. Всего-то 100 рублей. Даже вот мы с вами захотим выпить водки и не сможем. И не сможем, да. Не сможем. Мы даже и не сможем их даже купить. Закуски-то, ладно, мы водки не сможем купить. У нас чекушки стоят 167 рублей. Так, с вами был Ян Епорошин. Всем привет. До новых встреч.